Традиционное рукопожатие, подписи в меморандумах, как символ долгосрочного сотрудничества. Малазийская сторона готова вкладывать в нашу экономику немалые деньги и интересует ее в первую очередь нефтяной сектор и сфера строительства. Планы у бизнесменов огромные, впрочем, как и инвестиционный капитал. Первым делом они намерены участвовать в госзакупках на внушительные суммы. Две компании, которые вот сейчас буквально на форуме, сейчас мы уже разговаривали, это в объеме где-то 70 миллионов долларов. Это в Степногорске, Акмолинской области, водоочистные сооружения, они готовы участвовать в тендере. И второе, значит, две компании здесь уже в Алматинской области сейчас присматривают объекты по строительству солнечных батарей. Солнечные батареи, вот они сейчас смотрят, также будут участвовать на тендере. Разговор шел и о развитии агропромышленного комплекса. В этой сфере у двух стран огромный потенциал, и совместные проекты могут принести немалую прибыль. Вот несколько будущих успешных примеров приводит специалист. Одна малазийская компания предлагает открыть трейдинг и поставки из Казахстана мяса по стандартам халал, зерна, меда. Им очень понравился наш казахстанский мед из Восточно-Казахстанской области. Далее, эта же компания интересуется экспортом из Малайзии в Казахстан продуктов питания. Они хотят изучить ценовую политику и, самое главное, логистику. Мы вместе с ними сейчас тесно изучаем вопрос логистики, так как морского контакта между нашими странами нет. Впрочем, интерес Малайзии к нашему рынку устойчив и проверен временем. По данным Национального банка, эта страна инвестировала в нашу экономику за последние 3 года почти 17 миллионов долларов. Эти деньги получили нефтегазовая сфера, строительство и инфраструктура. А наторговали стороны за год на 49 миллионов долларов, вдвое больше прошлогоднего показателя. Экспорт казахстанской продукции тоже показал рост в 6 раз до 250 тысяч долларов. Рамина Макримова, Асет Кундакбаев, телеканал «Алматы».